наконец, с победой. Спасибо. Как прокомментируешь игру по горячим следам? Свежие впечатления. Ну, выиграли, так скажем. Победа – это всегда хорошо. Начало такое что получилось скомканное. Потом хорошо, что тренера взбодрили, назвали игру в свои руки и довели дело до победы. Вот такое быстрое начало от соперника удивило? Нет, нас, мы готовились к этому, мы разбирали соперника, его последние игры, но где-то, наверное, неправильно, может, вначале подготовились. А если не секрет, в чем заключались тренерские подсказки после первого периода? Все по делу было, сказали где-то в каких-то моментах по собранию, в обороне, конкретно по своим местам играть и, так скажем, пару ласковых тоже. Мотивирующих. Да. Как в целом ощущение от игры в российской лиге после молодежки? Да, я думал, разница будет колоссальная. На самом деле ее нет, разве что, может, скорости где-то отличаются. Но мне повезло, я особо там, может, пару игр перестраивался. А так в целом неплохо. И где на данный момент увереннее себя чувствуешь? Здесь или все-таки в молодежке еще? И здесь, и там. Ну, я в молодежке, я пару игр сыграл. А. Да, я немного играл в молодежке. Я всегда уверен. Все, тогда огромное спасибо еще раз за победу и удачи в следующих играх. Спасибо большое.